Красноярский край, город Канск. Всероссийский конкурс «Дети читают стихи». Канская образовательная школа. Второй А-класс, Кованенко Диана, 9 лет. Мамочки, автор Екатерина Шелыгина. Мамочка любимая, славная моя, рассказать хочу, как люблю тебя. Ты моя защитница, самый нежный друг. Лучше не отыщется никого вокруг. Поздравляю мамочку в этот славный день. Подберу подарочек, самый лучший ей. Так хочу порадовать чем-нибудь еще. Вести себя старательно. Буду хорошо.